сейчас я хочу предложить вашему вниманию. Выглядит это вот так. Просто мне сейчас не у кого спросить. Я одна в салоне. Показываю вам, купаюсь в такой роскоши, в таких украшениях. Мы с моей подругой, у меня есть подруга, да, в Испании, у нее свой магазин. И вы знаете, когда я заходила в ее магазин, мы просто часами медитировали, но мы медитировали на бриллианты, перебирали это все, и ей не надоедало мне это все показывать. Вот мне, я абсолютно с превеликим удовольствием вам показываю такие изделия. Обратите внимание, какая здесь застежка. Работа бесподобная. Это также покрытие розовое. Прям хочу представить. Это будут серьги и два колечка. То все это очень сочетаемо. Вот такие прекрасные сережки, которые абсолютно удобные. То есть вы их можете на каждый день носить. Это также кошачий глаз с циркониями и покрытие из лимонного золота. Как в России принято говорить, европейское золото. Очень красиво смотрятся, очень красиво гармонируют. Вот кто девочки, да, голубоглазые. Ну, я думаю, что это уже, конечно, на любителя. Ко всем глазкам будет шикарно, будет красиво. И хочу представить вашему вниманию. Не устаю повторяться, что вы все можете покупать по отдельности. Но то, что выбрала я, и то, что меня привлекло, и это не будет именно одной и той же цветовой гаммы, и от этого это еще красивее. Это вот такие два колечка. То есть вы можете все по отдельности покупать. Розовый кварц, и это халцедон. Но посмотрите, как прекрасно будет смотреться это на пальчике. Размер я вам сейчас скажу, уточню. Как такой поцелуйчик с натуральных камней, скажем так. Вы посмотрите. Посмотрите, друзья мои. Ну, я считаю, что очень мило, очень красиво. Вот этот вот мятный цвет, он очень подходит друг другу. И сейчас такая мода, да, в тренде сочетать по несколько цветов. И это не смотрится как вот, как несочетаемое, да, это смотрится вот действительно. Здесь регулировка у колец, то есть вы можете делать размер, который вам нужно, который вам удобно. Давайте я вот эту на другую руку, мне будет удобнее вам показать. Вот такая красота, очень красивая ограночка у камней, хорошо посаженная. Вот вы знаете, я просто все украшения, которые я вам показываю, так как это все обработано покрытие из золота, вот действительно такое ощущение, как будто вы берете какие-то вот из золота, да, белое золото, желтое золото. То есть настолько красивая работа серебра и настолько это все на высшем уровне, и это хорошие фабричные, повторюсь, изделия. Среди них представлены также некоторые брендовые изделия, но обязательно забегаю вперед, обязательно будут видео отдельные, буду показывать только Махворико или буду показывать какой-то итальянский бренд. Ну, я все подберу. Очень интересная работа у нас с вами впереди. Я надеюсь, вы будете подписываться на мой канал и будете смотреть с превеликим удовольствием. И не только смотреть, не забывать писать, спрашивать цены, и я вам буду с удовольствием отвечать. Продолжим, дорогие друзья. Следующий перстень, который я вам хочу показать, это будет с желтым топазом. Также будет по краям такие багеты из цирконитос, из циркониев. Здесь очень красивая обработка. Также покрытие белого с белым золотом. На этот пальчик лучше. Вот такая красота, те, кто любит камни. 14-15. Обратите ваше внимание, такая работа. Не мелкое кольцо, кольцо крупное. Бесподобно. Хочу представить вашему вниманию, это будет просто изумительное кружево, очень деликатная, красивая работа. Также будет обработка золотом европейским, лимонного цвета. Оно воздушное, внутри оно пустое, но посмотрите, какая работа, друзья мои. Оно крупное, сзади кольца есть регулировка, то есть вы можете регулировать на ваш размер, на ваше усмотрение, на какой пальчик вам будет удобно, и смотрится это вот таким образом. Есть еще такое же кольцо, которое я обязательно представлю вашему вниманию в следующих видео. Это будет уже та же самая работа, но будет более такая квадратная форма. Вот такая красота. Обратите ваше внимание, кто любит вот такие кружева. Вот посмотрите, насколько, да, сочетание, скажем, вот с другим кольцом, которое я вам показывала. Это также золото лимонного цвета, да, серебро, покрытое золотом лимонного цвета, друзья мои, вы посмотрите, да. Они разные между собой, но насколько это все как-то сочетаемо, скажем так.
идея одна и та же. Вот такая красота. Очень удобные, очень приятные, качество бесподобное. Очень рекомендую. Ну, кто любит такие изделия, кто любит такие. Следующее кольцо, которое я хочу представить вашему вниманию, это будет также серебро, покрытое белым золотом с очень красивой алмазной обработкой. Ну, это настолько бесподобная работа. Посмотрите. Очень удобная, очень приятная, красивый переплет, задумка мастера. Вот такая красота. Размер данного кольца 13. Ну что, дорогие, не устали? Продолжаем. Хочу представить вашему вниманию перстень с камнем халцедон в обрамлении фианитов и с покрытием белого золота 18 карат. Все изделия, которые я вам показала до этого, это было покрытие именно золотом 18 карат. Прошу прощения, отключаемся, потому что зашли клиенты. Секундочку. Вот такой лот, бесподобный халцедон, очень красивый отлив. В первом моем видео я вам показывала халцедон мятного цвета. В данном случае это вот такой вот бесподобный камень. Друзья мои, хочу представить вам два ожерелья. Они чем-то похожи друг с другом, но у них есть свои отличия. Вы посмотрите, насколько это красиво. Это кошачий глаз. Сегодня было очень много изделий из кошачьего глаза, но мне очень нравится этот камень за разновидность его расцветок. Это изделие можно носить как вы хотите, да, то есть, ну, здесь такая длинная цепочка, можно немножечко в два раза обхватить вокруг шеи. Это покрытие из розового золота и вот такие вот ромбы, неровные такие, скажем, вот оформленные камушки. Вы посмотрите, какой бесподобный цвет. Зеленый травяной, изумрудный, вот такой. Потом еще здесь есть розовый. И вы знаете, друзья мои, вот сейчас я думаю, вот здесь есть именно розовый, из розового, с розовым камнем. Вы посмотрите. Вот это может тоже идти как лотом для тех женщин, да, для зрительниц, которые хотят приобрести ожерелье вместе с кольцом. Я думаю, что это будет вот просто бесподобно. Вот кто любит такого типа украшения. Это длинное, да, длинное ожерелье. Давайте я сейчас прикину на себя, чтобы вы имели представление. Но дело в том, что, возможно, моя блузка не совсем подчеркивает. Давайте я отойду. Вот таким это образом выглядит. Но я думаю, что просто бесподобно. Очень красиво. Очень красиво, очень оригинально для женщины со вкусом. Поэтому, девочки мои хорошие, пишите мне обязательно. Буду каждый отвечать и будем с вами общаться продуктивно. Покрытие розовое золото. И здесь очень красивые бежевые камни для тех людей, которые любят что-то более спокойное. Это вот такие капельки. Вот таким образом оно выглядит. Здесь еще есть достаточно, да, места для того, чтобы это было вот по шейке именно вот длинное-длинное. Я не буду раскрывать его, друзья мои. Вот таким вот образом. Вот такие красивые капли. Бесподобно. Бесподобно. Красота красот. Очень красивые камни. Es también ojo de gato, ¿no? Esto está callado. Sí. Это также кошачий глаз. Вы посмотрите, какая разновидность, просто вот разновидность множества цветов у кошачьего глаза. Ну, хочу представить вашему вниманию. Это уже будут браслеты. Я вам покажу 3 браслета. Но, конечно, все это можно покупать отдельно, не обязательно, но вместе, кстати, они смотрятся очень-очень интересно и здорово. Ну, давайте начнем с первого. Он у меня уже на руке. Здесь вот такая красивая работа, красивый замочек с вот такой цепочкой.
И два других браслета уже выполнены вот таким образом, без рисунка, без всего, но здесь очень красивая застежка. Один браслет потоньше. Видите, эти два браслета, но чтобы вы имели представление, вот шикарно просто, на мой взгляд, смотрится. Кто любит такие изделия, может быть, вот сразу три браслета вместе, да, то есть абсолютно... Абсолютно на каждый день и в пир и в мир, и всегда будете выглядеть красиво. Вот такая красота. Следующий лот, это также браслет, который я хочу представить вашему вниманию. Вот с такой красивой подвеской, на которой вы можете сделать что-то, ну, какую-то надпись на ваше усмотрение, заказать у ювелира. Подвесочка абсолютно пустая, гладенькая, поэтому вы можете здесь вот такой замочек. Очень будет современно смотреться. Очень многие модели у современных брендов выполнены именно вот в таком замке, в таком исполнении. Сейчас я вам продемонстрирую, как это будет смотреться уже на руке. Браслетами, которые я вам уже показала, я даже думаю, еще красивее будет. То есть... А, gracias. Estoy con corazón, no? Sí. Окей. También se puede grabar. Uh-huh. Más barata. Okay. И вот такой браслет хочу представить вашему вниманию. Сердечком. Здесь уже немножечко поменьше будет размер. Выглядит вот таким вот образом. Тоже можно будет написать то, что вы хотите, заказать у ювелира. Это очень шикарный подарок, идея для подарка. Работа прекрасная. Esto es chapado en oro blanco, ¿no, Flora? Sí. Здесь есть покрытие из белого золота. 18 карат. Вот такие два браслета. Здесь как бы такой цветочек, да? И это уже как сердечко. Такая красота. Можно сочетать, как я вам уже сказала, абсолютно вот с этими браслетами. То есть, да, настолько... Вы видите, да, друзья мои? Кто любит такие украшения, обратитесь. Следующий лот, который я хочу представить, это будет также браслеты. Вот такая неделька бесподобная. Таким образом это будет смотреться. Здесь такой зацеп. Это также в белом золоте. Покрытие из белого золота. И следующий браслет, это будет вот так вот выглядит. Красивая работа, вблизи я вам все еще покажу. И более крупный вариант для тех, кто любит вот такие более крупные, да, уже изделия. Esto no tiene chapado en oro blanco. Esto es plata-plata. O tiene. Esta sí. Esta sí. Это имеет белое золото, покрытие из белого золота. Esta sí, estas tres. Estas tres sí, no? А, vale. А, окей. Вот эти три варианта. Это покрытие белое золото. Вот так это выглядит. Ну, кто любит такие, да, более этнические украшения, более такое. Вот испанские женщины очень любят такие браслеты, и они это носят и с часами, и по отдельности. То есть, в общем-то, браслетов очень много, мои дорогие, поэтому на вкус, на цвет вы посмотрите, да. И вот такой браслет, девочки, из серебра, старинные, имитация старинных монет. Бесед. Вот такой браслетик. 97 евро, девочки. Симпатично, очень миленько смотрится. Особенно вот с моими вот этими. Con estos anillos mucho mejor, ¿sabes? Porque claro. Следующий лот будет сочетать в себе два изделия, потому что это будет кулон и цепочка. Вы можете приобрести отдельно как цепочку, так и кулон. Ну, давайте начнем с кулона, потому что он бесподобный, просто бесподобный. Вы посмотрите, какая розочка. Как это красиво смотрится. Это покрытие розовое золото. И сверху уже покрытие белое золото, 18 карат. И вот такая просто, ну, красивейшая работа у цепочки. Да, посмотрите, как это вблизи. Размеры я вам все напишу. Это не длинная цепочка. Давайте я немножечко приложу к себе, чтобы вы имели представление. То есть, ну, ориентировочно кулон у вас будет в ложбиночке. Где шея, да, вот здесь вот. Вот такая красота. Это красиво. Бесподобно.
следующий кулон для тех, кто любит винтаж. Вы знаете, когда я увидела его на витрине, я отбирала для вас украшения, он был немножко такой вот с потемнением уже, да, его нужно было почистить. Но даже и не приводя его в идеальный вид, он просто прекрасно выглядел. Это вот такой бесподобный кулончик, который открывается. Давайте я покажу вот таким вот образом. На нем очень красивая, красивая работа, да, тот, кто любит, возможно, какую-то таблеточку положить. Или, я думаю, знаете, внутри фотографию вашего ребенка на подарок. Ну, это просто бесподобно, друзья мои. Это очень красиво. Давайте я открою, покажу вам внутри. Внутри, друзья мои, это выглядит вот таким образом. Есть специальное здесь небольшое отверстие для того, чтобы можно было продеть вот так накоточком и открыть. Вот такая красота, вы посмотрите. Но если это на внимание, кто любит такие изделия, я считаю, что безумно красиво будет в сочетании с одним из браслетов, которые я вам представила. Ну, такая красота. Очаровательно, очаровательно. Я не знаю просто, какие уже эпитеты петь всем этим украшениям, но они действительно сделаны настолько качественно, настолько красиво, настолько креативно, интересно. В любом случае, я просто уверена, что найдется на любой вкус для вас, поэтому будем продолжать заниматься, я буду продолжать заниматься, выбирать для вас все только самое лучшее и красивое. Я вам покажу просто бесподобный браслет, который выполнен, просто шикарная работа, очень в современном стиле и очень высокого качества. Это покрытие лимонное золото 18 карат, белое золото 18 карат, и внутри есть оникс. Давайте я все-таки одену на руку, чтобы вы имели представление. Внутри есть два камушка из оникса. Давайте я вам покажу вблизи. Вот так это выглядит. Это испанская фабрика. Здесь внутри оникс. Будет очень красиво смотреться с часами. Я просто специально вот вам одеваю отдельно от часов, чтобы вы имели представление, как это выглядит. Вот для любителей таких украшений обратите внимание, но он бесподобно смотрится. Очень красивый, очень дорогой, да, не побоюсь этого слова. Ну, шикарный просто браслет. Хотя, безусловно, все, что я вам показала до этого, мне очень-очень нравится. Очень. Такая красота. Три броши. Это для любителей винтажных украшений. Я думаю, вас очень заинтересует. Это будет серебро без золотого покрытия, но в нем есть своя прелесть. Посмотрите, какая вот милая брошечка. Вот такая иголочка здесь раскручивается, и можно будет вот с таким, с ониксом, с таким интересным камушком, да, это фианит, цирконий, и вот таким образом давайте приложим с вами. Друзья мои, ну это очень красиво смотрится, это будет хорошо на пиджак, просто вот бесподобное. Вблизи я вам еще обязательно это все отдельно покажу. Следующая брошь, это также вот такая винтажная тема, ну здесь просто вообще бесподобная работа, вы посмотрите, немножко такой, да, арабский этнический, марокканский стиль, в середине вот такой фианит, цирконий, вот такая красота, эта брошь смотрится вот таким вот образом. Но считаю, что очень элегантно, очень красиво. На блузку, на пиджак. Бесподобно. Друзья мои, и хочу представить вашему вниманию. Это вот такая красивая брошь. И в то же время здесь есть отверстие специальное для того, чтобы это была подвеска. Вы посмотрите, как красиво. Вот сейчас данная блузка, которая у меня с вот такими вот рюшами, я не знаю, насколько передает камера. Вот как раз это самая та тема, когда посередине здесь можно оставить. Это есть разных размеров. Это самый маленький миниатюрный размер. Есть еще побольше. Это агат с серебром. Обрамление в серебре. Посмотрите, вот такая вот оплеточка. Очень красиво. Очень красивый цвет. Просто бесподобный. Я вам показываю, повторюсь, в маленьком размере. Но есть еще размеры.
вот такое ожерелье. Это также кошачий глаз. Недаром говорят, вы знаете, при закупке украшений, конечно, обращали внимание на многие камни, но кошачий глаз – это такой камень, который защищает своего владельца, потому что он все видит, и недаром говорят, что у кошки есть 9 жизней. Еще есть такое поверье, друзья мои, не знаю, насколько это правда или нет, но существует такая легенда, что если вы поссорились с человеком, то вы можете подарить ему этот камень, и обязательно вы примиритесь, и обязательно будет умиротворение и гармония в вашей семье, ну и в ваших отношениях. Поэтому всем рекомендую покупать камень. Вообще все камни хороши, у каждого есть свое предназначение, но мне захотелось немножко рассказать о кошачьем глазе. Вот такой красивый цвет, это также покрытие розовое золото. Ой, здесь... Вот... Нет углублений в камне. Выглядит вот таким образом. Давайте я примерю. Ну, очень красивый синий цвет. Вообще изделия все очень оригинальные, очень красивые. Ну, какие еще можно эпитеты применять, когда действительно просто не хватает слов? Я, наверное, еще не привыкла находиться вот в таком множестве, да, такой роскоши, потому что здесь просто немерено украшений, поэтому у меня просто вылетают многие слова из головы, если честно. Вообще, конечно, я люблю поговорить, да, и люблю преподнести людям информацию, рассказать о чем-то интересном. Мне это очень нравится, это мое. Ну, вот так выглядит прекрасно данное ожерелье. Очень красивый цвет у камня. Обратите внимание. Всем рекомендую, как и все, что я вам показала до этого. Мне было приятно показать вам море такой красоты, множество украшений. Обязательно хочу сказать, чтобы вы не пугались цен. Цены очень приемлемые, очень хорошие. За эти украшения, которые я вам предоставила, да, показала, и обратите ваше внимание буквально на все изделия. Я действительно подбирала изделия с душой. И хочу, чтобы они вам понравились. Эсмеральда Аматиста, 7@gmail.com. Ну что, друзья мои... Спасибо за просмотр. Дорогие женщины, оставайтесь любимыми и красивыми. Всем желаю благополучия, счастья и удачи во всех ваших начинаниях. До скорой встречи!